То утро он проснулся поздно. Мать почему-то не возвращалась с охоты, и он со своими сверстниками-братьями вышел на прогулку. Этот мир таил в себе много загадочного. Он существовал для него без разбоя и крови. Казалось, никто не угрожал ему, маленькому волчонку, и он никому не угрожал. Беспечно протекало его детство, и он вдоволь наслаждался им. Совсем случайно у него оказались новые соседи. Конечно, здесь не всегда так дружелюбно относились к нему. И все же человеческие руки обращались с ним ласково, и он доверился им. У него появились даже друзья – рыжий и белый. Хотя белый был докучливый, но с ним было интересно ему, Тарзану. Отныне так стали называть его в этом дворе. Дети как дети, как он резвился с белым, а в тот день особенно, как бы предчувствовал, что расстанется с ним навсегда. Под вечер белый ушел к другому егерю в соседнее село. Отзвенел сенокос на ливаде, птицы на крыльях унесли тепло в дальние края, выпал снег, и тяжелая железная цепь подсказала ему, что он уже вырос из детства.
отвратительно. Вдвойне отвратительнее еще и потому, что такой цепи здесь никто не носил сейчас. Даже рыжий, которому она раньше принадлежала. Он завидовал даже Африкану Ивановичу, белому аисту, хотя тот и не улетел, но не звенел цепью. Мускулистой грудью он хотел сбросить с себя тяжелую железную неволю, но, увы. И все-таки свет не без добрых людей. Это он понял и ценил только здесь, на свободе. Только здесь он осознал, что уже под стать самому рыжему. Посмотрите, если не верите. Но зимний вечер снова надел на него цепь. Тарзан терзался, как никогда. Весь мир стал серым, и он стал серым. К тому же он видел, как хозяин с рыжим покидает двор. Конечно, не мог он знать, что открывалась охота на волков. Говорят, сколько волка ни корми, его в лес тянет. Не всегда. Но на сей раз его так потянуло, что даже железная цепь не выдержала. Удивленные жители леса с недоумением смотрели на него. Что за глупый волк? Не слепой ли он? А он действительно ослеп в этом прекрасном мире от свободы. Под конец он даже устал. Неожиданно для себя, где-то там, глубоко под снегом, он наткнулся на следы своего детства. Оно милое, уже далекое, предстало перед ним в пестром цвете. Тарзан даже испугался. Не от того ли, что оно было таким беззащитным? И тут он мысленно ощутил сильную, но ласковую руку человека на своей шее. И затосковал. Он безоговорочно бросился навстречу человеку.